и Магут не видел никогда. Я видел, как его Минеев разобрал. Водитель розового Мерседеса не показатель, как Прия Макгрегор, кстати, единственный бой. Я, конечно, надеюсь, что Дана Уайт Тони просто за старые заслуги хотя бы UFC не вытащит, но... До Сантосу, видимо, надо просто тренироваться, либо уходить, потому что ну, так проигрывать нельзя, как-то он совсем слабенько уж очень выглядел. Я, конечно, надеюсь, что Дана Уайт Тони просто за старые заслуги хотя бы UFC не вытащит, но... Будет еще может, пару боев, деньги зарабатывать. Парень, сочетание всех неожиданных приемов, всех неожиданных движений, которые он, по-моему, изобрел только что. Это приемы надо нарабатывать. Ну, Фергюсон мексиканец, у них так воспитывали. Их воспитывали примерно как в российской школе, но в советской школе. Такое чувство, что Фергюсон тренируется без тренера всю свою жизнь. То есть он что-то там придумывает, у него там какой-то творческий полет, а под этим полетом нет ни силы, ни ног, ни скорости. Ну, скорость-то может есть, ни точности. Все, меня Мага Штырков спрашивает. Я, во-первых, ни разу не видел, как Штырков выступает, а во-вторых, я и Магу-то не видел никогда. Я видел, как его Минеев разобрал. Ну, это давно было. А то, что Саша, водитель розового Мерседеса, не показатель, как спортсмен, как оппонент, это тоже факт. Поэтому у меня нет вообще никаких даже мыслей на этот счет, кто там из них что. Ну, то, что оба 30 с плюсом по технике, по тактике, по набору приемов. Прия Макгрегор, кстати, единственный бой, который я не знаю, чем закончится. Мне кажется, все-таки у Прия ментально не хватает, чтобы стать чемпионом. Есть у меня такое подозрение. Ну, поздно начал парень тренироваться. Он как бы слишком классичен. Немножко не уличен, вот так вот скажем.